Учитесь экономить. Социальный проект обеспечил дополнительные возможности материальной поддержки населения города. Итогом совместной работы Запсибкомбанка и регионального отделения партии «Единая Россия» стал выпуск карты «Забота». О том, как она помогает в повседневной жизни, рассказали представителям старшего поколения. На встрече побывала Дарья Бугаева. В Лабытнанге состоялась очередная встреча организаторов социального проекта с пользователями карт «Забота». В Центр социального обслуживания населения пригласили пенсионеров. Специалист банка рассказала о том, как можно сэкономить при покупке. Это социальный проект, с помощью которого можно получать скидку, допустим, в магазинах, да? Это также дает возможность снимать наличные в любом банкомате по всей России без комиссии. Это, то есть, бесплатный смс-информирование. И еще одно преимущество – это начисление 4,5% на остаток. Право на льготу имеют многодетные, малоимущие граждане, ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, а также пенсионеры и студенты, пояснили на встрече. Подобные выездные консультации продолжаются в городе. Информацию об участии в проекте «Забота» можно получить в офисах Запсибкомбанка. Дарья Бугаева, Эдуард Захаров, программа «Время местное».